Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Женя, и сегодня в этом видео я бы хотела поделиться с вами всеми возможными ошибками, которые негативно могут сказаться на ваших свечах и на процессе изготовления ваших свечей. Не будем тянуть, давайте перейдем сразу к первому пункту. Это неправильно подобранный воск. То есть существует несколько видов воска, например, такой как рапсовый, соевый, пальмовый, кокосовый и так далее. И каждый из этих восков может быть предназначен, либо не предназначен для той или иной категории свечей. Например, бывает воск соевый, специально разработанные для изготовления формовых свечей, и бывает соевый воск, специально разработанный для контейнерных свечей. Это можно определить при помощи точки плавления того или иного воска. В принципе, производитель должен указывать, для какого типа свечей предназначен тот или иной воск, но обычно также указывается и температура плавления. Например, для формовых свечей минимальная точка плавления это 49, от 49 до 52 градусов, это минимальная, то есть это значит, что воск более тугоплавкий, соответственно, он будет более медленно плавиться, да, когда ваша свеча будет готова и держать свою форму. Но это не значит, что, например, воск для контейнерных свечей будет сгорать более быстрее. Нет, это значит, что у него есть специальная такая функция обволакивания формы. То есть, если вы зальете формовой воск в контейнер, он вам образует форму этого контейнера и не будет вот этого соединения с самой емкостью. То есть, будут как бы такие щели. По-моему, этот процесс называется адгезия или адгезация. Как-то так, я точно где-то здесь вставлю. А если вы зальете ваш контейнерный воск в формовую свечу, она у вас может очень быстро, скажем так, расплавиться, даже если вы туда добавите затвердитель, все равно, потому что, ну, у этого типа воска, у него как бы нет вот этого свойства, чтобы удерживать форму. Также, когда ваш контейнерный воск плавится, он разработан так, чтобы он плавился равномерно, и то есть не лужица, которая образуется вокруг фитиля, она была не только вокруг фитиля, а максимально распространялась по всей поверхности свечи, что как бы не очень хорошо для формовой свечи. Для формовой свечи желательно, чтобы он как бы воск прогорал только вот вдоль фитиля, но сама форма, она как бы либо оставалась цельной, либо же также параллельно с фитилем расплавлялась полностью. Ну, это уже как бы момент фитиля, мы к ним тоже еще подойдем, но вот есть такие моменты при выборе воска, и вам нужно обращать внимание на точку плавления вашего воска и обязательно спрашивать у производителя, какая точка плавления или же для какого вида свечей этот воск предназначен. Если ни той, ни другой информации нет, лучше пройдите мимо этого воска и посмотрите какой-то другой. Следующий момент, возможно, вы немного удивитесь, я даже думала поставить его на первое место или на второе, но, в общем-то, поставила его на второе место, это неправильное плавление воска, то есть вы его плавите, скорее всего, на пару, и за счет этого у вас образуются различные такие, как мелкие пузырьки, и вот вам ответ на ваш часто задаваемый вопрос, почему на моих свечах образуются какие-то пузырьки, потому что вы плавите ваш воск на водяной бане. Я чуть позже еще вернусь в восьмом пункте, именно я вернусь к этой теме, но пока что вот имейте в виду, что плавить воск на пару в домашних условиях не рекомендуется. Третий момент, это слишком много стеарина, то есть если вы добавляете слишком много стеарина, ваша свеча может быть жирной. То есть, когда вы спрашиваете, почему моя свеча жирная, это значит, что, скорее всего, вы добавили слишком много туда стеарина, или же еще об этом я поговорю в 10 пункте. Ну а мы пока переходим к 4 моменту, и это различные красители. То есть вы пытаетесь добиться, например, максимально черные свечи. Вы хотите сделать черную соевую свечу. Это невозможно просто-напросто, потому что соевый воск, рапсовый воск, пчелиный отбеленный, например, у них уже есть свой белый пигмент, и какой бы вы цвет, какой бы яркий краситель вы не смешивали с этим воском, все равно есть белый пигмент, который нейтрализует яркость этого цвета, то есть ваша свеча будет
пастельного оттенка. Если вы добавите слишком много этого красителя, он также повлияет на качество вашего воска, который, к слову, не такой уж и дешевый, поэтому стоит осознанно добавлять краситель и рассчитывать на то, что ваша свеча будет иметь пастельные оттенки, и это не есть плохо, это очень даже красиво. Если вы хотите получить прям максимально такую яркую, насыщенную черную свечу, красную, зеленую, синюю и так далее, то тогда используйте прозрачный воск или же парафиновый воск и откажитесь от натурального. Но если вы все-таки хотите работать с натуральными восками, то тогда и придерживайтесь этой же эстетики и создавайте свечи в натуральных оттенках, то есть тогда вам нужно совсем минимальное количество этого красителя, и он, в принципе, не сильно тогда повлияет негативно на качество вашей свечи. Пятый момент – это недостаточное использование резиночек на вашей форме, то есть когда вы заливаете форму, и вы решаете, пусть будет там 3 резиночки на ней или 4. Лучше использовать максимально большое количество резинок, чтобы избежать того, что вдруг случайно воск протечет в разрез вашей формы, и тогда весь воск окажется на вашей поверхности. Также еще такое может быть, например, если ваша форма разрезана до конца, и когда у вас здесь находится фитиль, лучше всего все это защитить такой, как пищевой пленкой прозрачной, то есть все это накрываете пленкой, и потом уже фиксируете резиночками, и ставите их как можно больше, чтобы ничего у вас нигде не протекало, и еще на всякий случай можно поставить вашу форму в такую емкость, как типа одноразовая посуда. Для супов есть специальные такие, как тарелочки, они термоустойчивые, то есть если вдруг у вас протечет этот воск, вы его можете туда уже вылить, и просто когда он у вас в этой емкости застынет, вы его аккуратненько достанете, потому что если, например, это формовая свеча, а у нас такие проблемы могут быть только с формовой свечой, вы просто достаете форму и достаете этот воск, и снова его можете переплавить. Переплавлять воск можно не более 3 раз, иначе он потеряет все свойства формового воска, и свеча также может быть жирной. Далее у нас это температура заливки. Заливаете либо слишком холодный воск, либо слишком горячий. Для этого можно использовать термометр и следить за температурой. Обычно это 80, пускай будет даже 90 градусов, но очень важно, чтобы вы не заливали, наверное, более важно, чтобы вы не заливали воск слишком холодным. То есть пусть он будет слегка горячим, из-за этого может быть такой дефект, что вокруг фитиля образуется такая дырочка, и это получается за счет того, что ваша форма, она более холодные, то есть по бокам, по краям воск ваш застывает, а посередине он остается более горячим. За счет этого он подтапливает верх вашего слоя воска, и он проседает до какого-то момента, и образуется такая небольшая дырочка. Это очень легко исправить, если вы не заливаете ваш воск до конца, и поправить это можно, просто растопив еще небольшое количество воска и дозалить. Если вы будете заливать слишком горячий воск, так как из-за этого происходит процесс чуть ли не кипячения, из-за этого образуются различные мелкие пузырики, и особенно если вы еще неправильно его заливаете, и это у нас 7-й пункт, если вы заливаете воск одним махом в центр вашей формы, что образует фонтан, то тогда у вас, конечно же, тоже будут различные дефекты на вашей свече. Воск нужно заливать очень постепенно, и желательно стараться его заливать так, чтобы он стекал по стеночке свечи, и очень медленно. И заливайте не до конца, то есть оставляйте 2 сантиметра, прокрутите, то есть сделайте движения, чтобы весь воск проник во все щели, во все детали вашей формы, полностью все обволакивал, и тогда уже можете заливать практически до конца. Я всегда заливаю, оставляю 5 миллиметров на всякий случай, если вдруг исправить какие-либо дефекты, и плюс для того, чтобы обрезать фитиль и залить край, и тогда у меня получается ровное основание без какого-либо торчащего фитиля, что, на мой взгляд, не очень эстетично. И теперь у нас 8-й пункт. Вспоминаем, что я говорила во 2-м пункте, то есть неправильное плавление. И происходит оно из-за того, что используете вы неправильную посуду, то есть зачастую это происходит так, что стоит какая-либо емкость с водой,
Сверху вы ставите емкость с воском, у вас все это плавится, 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 выходит пар и благополучно оседает на ваш воск, тем самым его, ну, максимально разрушая, вообще его можно после этого реально выкидывать. То есть это, ну, прям максимально недопустимо то, чтобы хотя бы небольшое количество пара попадало на ваш воск. Плавить на пару можно только в том случае, если у вас есть в наличии специальное оборудование. И если вы посмотрите на то, как оно выглядит, то емкость, куда заливается вода, она закрыта, и в эту емкость вставлены довольно-таки высокие чаши. Даже если вдруг какое-то количество пара будет выходить, оно не осядет на эти чаши. Я рекомендую плавить воск напрямую в кастрюльке, если у вас нет специального оборудования. Я не могу гарантировать того, что если вы поставите более высокую емкость в емкость с водой, что это защитит процесс плавления от попадания пара, но тем не менее, возможно, это получится, но все же, чтобы не рисковать, я все-таки советую плавить воск напрямую в кастрюльке с толстым дном. Почему с толстым дном? Потому что, ну, так воск будет плавиться более постепенно, и он не будет сразу подгорать, и, конечно же, стоит это делать на минимальном огне. И предпоследний момент, это у нас неправильный фитиль, как правильно подбирать фитили, ну, как это делаю я. Вот у меня форма, я измеряю ее диаметр, например, 10 сантиметров, и, соответственно, я иду в специализированный магазин и покупаю фитиль там, где есть обозначение, что этот фитиль рекомендуется использовать для свечи, ну, допустим, от 7 до 10 сантиметров в диаметре. И таким образом получается, что мой диаметр формы, он ведь больше, чем диаметр моей свечи, получается так, что в моей свече всегда есть затвердитель, что как бы помогает моей свече гореть дольше, соответственно, я могу использовать более толстый фитиль, поэтому я ориентируюсь на диаметр формы. Почему так? Потому что более толстый фитиль, он дает более яркий огонь, но важно как бы все равно быть в этих параметрах, которые нам указывает производитель, чтобы свеча слишком быстро не сгорела, или наоборот, слишком тоненький фитиль не расплавился где-то вот в этой свече, его потом было невозможно достать, свеча ваша перестанет функционировать. И 10-й момент, это некачественная форма. Некачественная форма может быть потому, что не используется специальный как бы такой вакуум. Внутри формы могут быть различные какие-то пузырьки от этого силикона, да, то есть на самой форме будут какие-то пузырьки, и ваша свеча просто повторит формы вот этого вот дефекта. И также еще может быть проблема в том, что ваш воск может быть просрочен. Возможно, производитель не указал срок годности воска, или вы не заметили и случайно купили просроченный воск, если вы как бы делаете все правильно, но почему-то ваша свеча все равно получается жирной, то это про просроченный воск. А жирная свеча может быть по трем причинам: это просроченный воск, или это слишком много стеарина, или же вы не посмотрели и купили какой-то рандомный воск, который изначально предназначался для массажа свечей, и, ну, соответственно, массажный воск, он жирный, и ваша свеча формовая тоже получится жирной и сгорит буквально за несколько секунд. Это все основные ошибки, которые я извлекла путем экспериментов своих личных, и также читая различную информацию на форумах, и решила ее собрать в одном этом видео. Надеюсь, то, что оно было для вас очень полезно. Спасибо всем большое за просмотр, и скоро с вами увидимся. Всем пока!